остается. Змеи не запоминают своего хозяина, они практически ничего не видят. Они ничего не слышат, у них нет слухового аппарата, поэтому все, что вы увидите, основано только на изучении повадок. Курево-динорозки, прыгающая змея. Жарные змеи, которые серые, это змея, и днем змеи видят только на 20%, и только черные пятна движения. Поэтому сегодня свет надежды, но я вас уже не заметил. Жительница Таиланда, сиамская кобра. До 31 года королевство Таиланд называлось королевством Сиам. Отсюда и пошли сиамские кошки, сиамские близнецы и, конечно же, сиамская кобра. Это змея является священным животным Таиланда. Обратите внимание на белое пятнышко на ее капюшоне. Существует поверье, что до нее доказался сам Будда, на которых ее целебными свойствами. Это единственная змея на планете, которая не подвержена никаким заболеваниям, она всегда здорова. Дикую королевскую кобру.